Случаев больше, жертв меньше. С начала года в Сургутском районе зафиксировали 140 пожаров. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 59 возгораний произошли в квартирах и на дачных участках. По оценке сотрудников отдела надзорной деятельности, общий ущерб равен 18 миллионам рублей. Специалисты отмечают, что на 40% уменьшилось количество погибших. В 2020 их было 5, в этом году 3. Удалось спасти из пожара 11 человек. В два раза больше возгораний стало в лесу. С начала 2021 случилось 24 лесных пожара. Их общая площадь более 600 гектаров. С чем мы там связываем? Во-первых, это с неблагоприятными погодными условиями. В этом году у нас уже не раз объявлялись неблагоприятные условия. Это крайне сильный ветер, это грозы. Например, в начале июля проходил грозовой фронт, это в районе поселка Нижесартымский, Лентора. Только вот за два дня, когда этот фронт проходил, у нас произошло 6 пожаров лесных. Сотрудники управления по делам ГУ/ЧС администрации муниципалитета рассказали, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение включить в категорию граничащих с лесом все населенные пункты Сургутского района. Решений раньше таковых было 10. Это значит, что теперь минерализованные полосы, которые защищают жилой сектор от лесных пожаров, если таковые случились, появятся в каждом поселении района. Работу по организации таких барьеров чиновники должны выполнить в следующем году. Кроме этого, за счет средств Сургутского района в муниципальном жилье продолжают устанавливать пожарные извещатели. Мы обращаемся в поселение. Просим провести анализ имеющегося жилого фонда муниципального, в котором живут граждане. И мы же установили уже какое-то определенное количество. У нас уже, я говорю, в муниципальном фонде у нас практически льготные категории практически всем установлено. Но образуются новые семьи, новые квартиры выдаются. И вот они анализируют ситуацию, обходят и предоставляют нам данные. Но сейчас уже это не так много будет. Вот максимум, я не знаю, по-моему, там в пределах даже 30 или 35 квартир по Сургутскому району.